Так, друзья, вот новые телескопы на тест взяли наши партнеры. Их пока в России нет. Фирма Bosma. Это, скажем так, первое знакомство с этими телескопами. Так, ну здесь треугольная полочка, я сейчас ее пока не ставил, потому что выносил на тест по искусственной звезде. Вот такой искатель. 50 мм объектив просветленный. Телескоп Максутов Кассегрен. 130 на 1900. Просветление мениска двух-трехслойное, где-то на одной поверхности, вторая поверхность не просветлена. Вот такие интересные прокладочки, пальчики, на которые лежит мениск. Вот монтировка типа ЕКУ-2, ну сразу скажу, монтировка под эту трубу не подходит, то есть очень вибрации совершенно не затухают. Поэтому, если в России эти телескопы появятся, то либо отдельно от монтировки, либо будет монтировка другая. Здесь находятся у нас юстировочные винты, под этими крышечками их можно снять. Но труба пришла уже отъюстированная. 2 дюйма посадка, адаптер на 1,25, призма 45 градусов. Здесь поставили зеркало диэлектрическое для теста на 1,25. Вот, ну, искусственная звезда, вот эта справа маленькая, вот видите, да, какая вибрация монтировки? Значит, ну, точку вы сейчас увидите сами. Небольшое пережатие трехлучевое. Сферическая аберрация у нее небольшая, астигматизма нет. Ну, оптика не выдающаяся, но и неплохая. Как такой походный инструмент, вполне телескоп подойдет. Если будут адекватные цены, конечно. Ну вот такой рефлектор 150 на 750. На такой же монтировке. Тоже оно для него немножко слабовато, честно говоря. Вот механизм тестировки удобно, что на шестиграннике сделан. Проточка на ласточкином хвосте под винты, тоже довольно большой плюс. Вот труба довольно легкая, фокусер пластиковый. Но не очень люфтит, кстати говоря, но на 1,25 и пластиковый, а конечник только у него металлический. Здесь вот зажим клик-лок поставил по резьбе, тут Т-резьба подходит. Изначально там цанговый зажим. И вот искатель пластиковый с объективом 30 мм. Растяжки системы юстировки. Сейчас здесь подвижек нет, растяжки довольно толстые. Зеркало диагональное большое, ориентирование будет маленькое, но при этом большое экранирование относительно. Вот, по оптике небольшая тут зональная ошибка, но в принципе нормально более-менее, ничего. Вот, ну такой компактный Ньютон начального уровня совсем, но зеркало не сфера, что радует, оно ближе к параболе. Обычно у бюджетных зеркал сфера, но здесь нет. Маленький ахроматик 80 на 500, 80 на 400, 1 к 5. Ну вот он, кстати, пока больше всего понравился. Да, у него вот призма 45 градусов конкретно на этом экземпляре двоилась. Такое часто встречается, это дефект крыши, так называемого призма. У многих бюджетных телескопов встречается, но всегда всем говорю, что вот эти призмы это для наземных наблюдений. Для астрономических лучше зеркало или призму 90 градусов, а не на 45. Вот. Ну, с такой же призмой, от такого же телескопа. У него довольно хорошая точка. Там кромка чуть-чуть прям заметна, но это ничего. Это прям совсем немного. Просветление довольно простое, но все линзы просветлены, все поверхности, кроме внутренних. Это довольно неплохо, синее просветление. Ну, искатель простой, стандартно для недорогих телескопов. Очень вибрирующий штатив, но труба на ласточкином хвосте, так что можно нормально монтировку поставить. В принципе, вот этот телескоп имеет право на жизнь, на мой взгляд, вполне. Вот, а по рефлектору, как бы, мое личное заключение, что он тоже неплохой. Вот, ну, его возможности ограничены искателем, который легко поменять, фокусером пластиковым, который поменять сложнее. Вот, зато у него хорошая юстировка, удобная, с шестигранниками, винты вот эти вот, очень демпфированный ход, приятный. И у него, в принципе, ну, там, винты, вот это вот, даже кое-где зачернено, в принципе, поэтому неплохой рефлектор для дальнего космоса, если у него будет нормальная стоимость и монтировка помощнее, подойдет. А рефрактор пока вот
Пока вот то, что посмотрели, труба рефрактор вот это на первом месте пока что, дальше мак идет, немножко уступая рефлектор. Ну, трубы все, вот этот вот рефрактор, я бы поставил ему оценку 5 с минусом по качеству оптики, то есть он довольно хорош. А мак получает оценку, ну, на четверочку, а рефлектор, вот конкретно этот, четверка с небольшим минусом. Вот, ну, монтировки как бы без комментариев, понятно, они не для этих труб, с монтировками вопросы решать. Но вообще Босма первое знакомство не отталкивает. Очень бюджетно, но, поверьте, есть бюджетные производители хуже. Не знаю, будут ли они в Россию ввозиться, но такие вот телескопы. Да, длиннофокусный рефрактор 80 на 900. Ну, монтировка клон EQ1. Вот из минусов здесь вот эти вот винты пластиковые. Вот эти вот и ручки пластиковые. Вот так, в принципе, она с этой трубой справляется. Не идеально, но справляется. Фокусер на 1.25. Пластиковый, но особо не люфтит. Очень точка порадовала. То есть прям... неплохое изображение. Хроматизм присутствует, но не особо. Искатель простой. В общем, такой простой длиннофокусный ахромат. Просветленный, просветление. Ну, пара слоев есть. Зеленое и голубое. Не самое лучшее, но и не самое плохое. Вполне себе телескоп. Приятный, на мой взгляд. Вообще, вот пока рефракторы от Босма понравились больше всего. Это даже вот монтировку, он как есть, можно его использовать, если ветра нету сильного. Вот такие первые впечатления от телескопов Босма, друзья. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли продавать эти телескопы в России, стоит ли возить их, или достаточно ограничиться уже известными брендами. А пока лучше приобретать проверенные временем модели ГСО, Skywatcher, Celestron, Mid, Livinguk и другие. Подробности на нашем сайте. До новых встреч, друзья!